Всем привет, друзья! Это видео в дополнение к мастер-классу по изготовлению стола для швейной машинки. Мне предстоит сделать откидывающуюся столешницу, и для этого нужны петли. Две родные петли еще живые, но они требуют доработки. Их, в принципе, можно использовать, если хорошенько почистить. А вот как раз те петли для откидывающейся столешницы мне придется изготовить заново. Одна петля живая, а вторая вообще развалилась. Сразу хочу сказать, не пишите мне, что надо пойти в магазин и купить. Вот максимум, что я нашел в магазине. Это обычная среднестатистическая петля. И вот петли, которые по смыслу более-менее подходят. Петля выглядит ужасно. В принципе, конечно, ее можно доработать. Ну а глядя вот на такое извращение, вообще хочется плакать. Заказывать дорогие петли нет времени, поэтому я всегда изготавливаю петли самостоятельно. Делаю это систематически. Петли я делаю латунные или медные. Этот мастер-класс я уже показывал, но все-таки повторю его еще раз. Потому что тот мастер-класс очень старый. Толщина латуни 1 мм. Латунь или медь я использую только по той причине, что она хорошо паяется. Но обо всем по порядку. Материал у меня имеет покрытие, и его нужно снять. Ширину карточки петли я сделаю равной 30 мм. Правильнее было бы отрезать материал болгаркой, ленточной пилой или электролобзиком. Потому что при отрезании ножницами край тянется и заворачивается. Но мне предстоит еще много работать молотком, поэтому отрезаю ножницами. Далее беру легкий молоток и слегка выравниваю край. Но молоток обязательно самый маленький. Согласно классике жанра, медь и латунь, для того чтобы они стали мягкими, нужно отжечь. Нагреть до красна и остудить в воде. Но прочность станет существенно меньше. Да, гнуть будет легче, но потом латунь не наберет своей нужной прочности. Поэтому буду работать с тем материалом, который у меня есть. Сразу нужно определиться с диаметром оси. Диаметр оси должен быть 2,2 раза больше, чем толщина материала. Минимальный диаметр оси – 2 толщины материала. Ну, ось можно взять и потолще, гнуть будет легче. В середине нужно будет разметить полосу на обушок петли. Я сделаю его миллиметров 12. Края пластины резаны ножницами, я их не выравнивал, и они не могут быть базовыми. Устанавливаю нужный мне размер на штангенциркуле и провожу разметку. Далее по разметке пластину зажимаю в тиски. Тиски у меня советские, очень старые и не очень хорошие. Мне пришлось их дорабатывать, потому что губки были кривые. Вот в эту часть тисков я зажал металлическую пластину, чтобы не было болтанки. Размер пластинки выбрал такой, чтобы обеспечить зазор между губками около 1 мм. После этот зазор пропилил болгаркой и немножко доработал напильником. Результат получился очень даже вменяемый. Да, конечно, это извращение, но это сработало. Деталь зачищенной стороной креплю к себе. Первый загиб делается под очень острым углом. При сгибании пластины можно немножко помочь молотком, но лучше использовать промежуточную пластину. Она распределит удар, и вы не помнете материал. Загиб лучше сделать на угол около 90 градусов. После этого свободная часть пластины выгибается в обратную сторону, насколько это возможно. Загиб получается плавным, но не круглым. Загибать можно вручную или немножко помочь молоточком. После этого пластину можно извлечь из тисков и догибать вручную. И не лишним будет воспользоваться зажимными клещами, или как их еще называют, пассатижи с фиксатором. И чем плотнее у вас получится обогнуть пластину вокруг оси, тем меньше будет последующей доработки. Однако, как бы вы ни старались, идеально обогнуть пластину вокруг оси не получается, все равно кое-где есть зазоры. И обушок получается нецилиндрическим. После этого будущую петлю вновь устанавливаю в тиски. И здесь на помощь мне опять придет промежуточная пластина. Целиться молотком и точно ударять не получится. То и дело я попадаю по губке. Тиски при этом не должны быть намертво затянуты. Нужно постепенно обстукивать обушок от загнутой части к прямой. Без использования промежуточной пластины вы просто помнете обушок, но не обожмете его. За счет того, что губки слегка притянуты, будущая карточка петли не болтается в тисках. Материал очень легко обтягивается вокруг оси, а его излишки уползают между губками вниз. И буквально за минуту обушок принимает свой нормальный вид. Детали я брал руками, и возможно они кое-где окислились. Было бы неплохо немножко прошлифовать внутри. Это наждачная бумага, по-моему, 500 единиц. Заправляем, прижимаем и вытаскиваем. Как бы аккуратно вы не сгибали материал, все равно остается небольшая щелочка. И перед пайкой нужно деталь обязательно сжать. Если щелочка небольшая, то можно воспользоваться примитивным способом. У меня есть камертон, который мне совершенно не нужен, и мне его не жалко. Но такую же штуку можно выпилить из любой железяки болгаркой.
понадобится тот самый камертон и шайба. Заправляем деталь между усами камертона и натягиваем шайбу. Получаем своеобразную прищепку, и она довольно-таки неплохо и надежно удерживает деталь. А самое главное, что здесь минимальная точка касания. Если же деталь упрямая, то, скорее всего, придется все-таки воспользоваться какими-нибудь зажимными клещами, которые не жалко, потому что они тоже будут нагреваться. Ну а для того, чтобы они не забирали тепло из детали, можно подложить две маленькие гаечки под губки с одной и с другой стороны. Итак, сейчас мне нужна горелка, припой, специальный паяльный флюс. Очень люблю паять с канифолью, не знаю, почему у многих она вызывает раздражение. Так, ну и, конечно же, заготавливаем водичку. Да, забыл сказать, что паять мне придется 8 деталей. Увлекся и чуть было не наделал лишних. Первые две заняли побольше времени, где-то минут 10 каждая, а дальше каждая из накладок это 3-5 минут. Фактически нужно просто прочувствовать материал и понять, насколько хорошо он будет обгибать ось. Например, вот эти две детали были последними, и на их изготовление ушло примерно по 3 минуты на каждую. И геометрия у них идеально идентичная. Флюс лучше всего наносить при помощи пинцета. Он, как чернильное перо, хорошо набирает флюс. Я использую тонкий припой, но это не тот припой, который внутри с канифолькой и хорошо лудит детали. Это припой жесткий. То, что продают китайцы, это POS-60. Ну или наш отечественный на аналог, это POS-61. Он очень хорошо растекается, но он слишком мягкий. У меня этот припой POS-30. Он используется в тех местах, где прилагается большая механическая нагрузка. Ну и бывает еще POS-40. Это промежуточный вариант. А отличаются припои очень легко. POS-60 создает глянцевую поверхность, POS-40 слегка матовую и POS-30 совсем матовую. Припой прекрасно затекает между пластинками, но скорее всего он заполнит и обушок. Пока припой еще жидкий, можно вытолкнуть его изнутри осью, деревянной палочкой или просто дунуть компрессором. Хотя компрессор это, конечно, не самый лучший вариант, потому что припой летит во все стороны. Остатки припоя внутри шарнира петли легко убираются сверлом того же диаметра, что и диаметр оси. У каждой карточки одна сторона заводская, другая резаная ножницами. Сторону с заводской порезкой будем считать базовой, и ее сразу нужно отшлифовать. Можно взять наждачку, но обязательно положить ее на жесткую поверхность. Пайка, естественно, видна, но петля будет полностью врезана вровень с поверхностью, поэтому ничего страшного. Берем две одноименные детали, у которых шлифована одна и та же сторона, разворачиваем и зажимаем. Обушки должны быть направлены в противоположные стороны. Теперь берем какой-нибудь позорный скальпель, который не жалко, и линейку. Линейку упираем в обушок, ставим острие скальпеля в выемку и немножко надрезаем. Будет 5 сегментов по 6 мм. Следующая разметка 12 мм. Ну а последний сегмент уж насколько хватит. И с другой стороны. На вот этих двух деталях будет по 3 сегмента. Выступающих, естественно, а здесь по 2. Выпилить можно болгаркой или бормашиной, но мне этот вариант не нравится, я воспользуюсь ручным лобзиком. Мастер-класс по его изготовлению будет в описании к видео. С пилкой для лобзика вышел Epic Fail, то есть полный провал. Пилка дешевая, поэтому воспользуюсь стандартным способом, буду пилить ножовкой. Thank you.
Сразу можно проверить, как все стыкуется. И в эту же тему еще одно небольшое дополнение. Крайние секторы я разделю еще пополам. Так петля будет надежнее и намного интереснее. Устанавливаю 3 мм и делаю новые засечки. Конечно же, так мучиться стоит только в том случае, если заказчик это оценит. Ну а поскольку я делаю столешницу для жены, то здесь не грех потратить немного лишнего времени. Медь и латунь прекрасно обрабатываются алмазными надфилями. Работают они намного медленнее, но зато служат гораздо дольше. Но самое большое преимущество в том, что они не забиваются латунью и припоем. Многие сейчас, наверное, скажут, что это извращение и потребуется больше работы. По факту ничего подобного. Выпиливать приходится одно и то же количество материала, только обработки надфилем чуть больше. Карточки вставляются одна в другую с небольшим натягом, но это даже и хорошо. Латунь материал мягкий, и материал найдет свое место. Плюс еще петлю придется обтачивать, и она станет работать намного легче. Вот, пожалуй, и все. Одна петля готова. И теперь один очень важный момент. Внутри петли есть небольшая щель. Она зависит от диаметра оси и также от того, насколько качественно вы загибали материал. Если нужно, чтобы карточки сошлись полностью, то можно простучать еще дополнительно возле обушка с оборотной стороны. Ну и, естественно, делать это нужно через металлическую проставку. Обтачиваю петлю по контуру. Лишний материал, конечно, можно срезать ножницами, но здесь велика вероятность того, что материал начнет расслаиваться. И при обтачивании нужно следить за тем, чтобы деталь не нагревалась, иначе припой расплавится и придется паять заново. Остатки покрытия нужно убрать и обязательно прошлифовать поверхность, заодно загладить острые углы. Я делаю это при помощи бормашинки Marathon M3 Champion, но вы можете сделать это каким-нибудь еще способом. И вот так выглядит петля после сборки. Это петля для маленькой столешницы, которая надпиленная. У нее будет видно только обушок, но все равно саму петлю, конечно же, нужно будет довести до идеала. Накерневые отверстия, они будут располагаться на карточках несимметрично. Та часть, где отверстие ближе к обушку, будет располагаться на нижней накладке, а та карточка, где отверстие дальше, будет располагаться на верхней. И отверстие в данном случае я сместил для того, чтобы саморезы не вылезли сбоку на профиле. Зинковать нужно обязательно с ограничителем. Это стойка Sparky SP43, и вот так вот выглядит ограничение. Ссылку на обзор на эту стойку я приведу в описании к видео. И хотя их купить сейчас невозможно, но может быть вы что-то подберете аналогичное. После зинкования на поверхности получаются небольшие наплывы, и их нужно сошлифовать. И последний штрих – это полировка.
Последнее, что остается, это установить оси. Того стержня, на котором я обгибал металл, не хватает. Возьму еще дополнительно пару гвоздей. По разметке от скальпеля я устанавливаю ось в крайнее положение по тискам и снова отпиливаю. Для того, чтобы зафиксировать ось внутри петли, ее краешек нужно немножко примять. Например, при помощи зубила. Ну вот и все, петля готова. Ну что ж, давайте сравнивать. Это родные петли. Это то, что удалось найти в магазине. А это то, что получилось. И я думаю, разница очевидна. Думаю, что такой результат стоит потраченного времени. Без опыта такие петли делаются за день, если есть опыт, то за полдня. Старые ржавые петли, конечно, очень хорошо подходят под цвет венги, но сами понимаете, это колхоз. Глядя на магазинные петли, откровенно хочется плакать. Ну а блестящие латунные будут подходить к венге намного лучше. На этом сегодняшнее видео подошло к концу. А вырезку петель я уже покажу в мастер-классе по изготовлению столешницы. Ссылка на этот мастер-класс будет в описании к видео. Не забывайте ставить оценки и делиться этим видео с друзьями. Этим вы поможете в развитии канала, и у меня будет стимул снимать и дальше подробные мастер-классы. На этом на сегодня все, и до новых встреч!